Доброго времени, дорогие друзья, с вами Василич. И сейчас мы с вами рассмотрим очередного героя игры Paragon, Гидеона. Первая способность у данного героя – энергетический прокол. Это пассивная способность, атаки Гидеона обладает незначительным эффектом энергетического прокола. Следующая способность Гидеона – это основная атака, активируется левой клавишей мыши. Основная дистанционная атака наносит энергетический урон. Соответственно, чем выше данный уровень способности, тем выше энергетический урон будет наноситься. Выглядит это таким образом. Гидеон бросается энергетическими сгустками, которые наносят, соответственно, энергетический урон. И чем выше у Гидеона энергетический урон, соответственно, тем больше урона он будет наносить данными сгустками. Все довольно-таки просто и элементарно. Бремя. Так называется следующая способность Гидеона. Активируется она правой клавишей мыши. Снаряд, который связывает вражеского героя, нанося энергетический урон и замедляя на 3 секунды. Выглядит данная способность таким образом. Герой как бы подсвечивается в синих скобках при нажатии правой клавиши мыши. Следующая способность – космический разрыв. Активируется клавишей Q. С неба падают метеориты, наносящие энергетический урон в течение 2 секунд. Данная способность очень хорошо подходит для уничтожения миньонов. Особенно в прокачанном виде она их просто-таки сносит. Также ее можно использовать против зазевавшихся вражеских героев. Следующая способность Гидеона – телепорт. Активируется клавишей E. Использовать данную способность можно как для того, чтобы отступить, дабы избежать получения урона, так и для того, чтобы догнать вражеского героя и нанести урон. Ну и наконец ульта, называется черная дыра, активируется соответственно клавишей R. Прерываемая способность, которая медленно притягивает противника к Гидеону и в течение 5 секунд наносит энергетический урон. После успешного применения способности Гидеон получает маленький щит и сопротивляемость к эффектам сдерживания. Надо отметить, что во время применения данной способности вас также могут атаковать. И при этом, если вас убьют, то, соответственно, ваше применение вашей способности прервется, поэтому нужно быть осторожным в данном случае. Надо отметить, что во время применения данной способности вас также могут атаковать. И при этом, если вас убьют, то, соответственно, ваше применение вашей способности прервется, поэтому нужно быть осторожным в данном случае. При выборе карт я останавливаю свой выбор на том, что беру карты, которые увеличивают энергетический урон, а также увеличивают показатели крита либо скорости.